все-таки температура плазмы очень совместима с возможностью силы. Вот, конечно. Ну как? Да, это вообще такой стандартный вопрос биологов. Есть такой человек, который создал макет, модель протовироида, это первое такое, которое самое простое. Он по профессии медик, но работает и в институте белка. Это на начальном этапе. Да, у него высокая температура, которая разваливает всю эту и мишень, и ударник, чертовой матери. Однако, это все находится в динамике. Это не один процесс. Потом начинается разлет. И по мере разлета, адиабатический разлет, все это плазма остывает. А где они соединяются, где они уже синтезируются, там низкая температура. Все просто очень.